Так, добрейшее утречко. На связи Сергей Нежданов, преподаватель йоги и медитации. И для начала давайте посидим в тишине. Небольшая настройка. Приветствую всех, кто будет в записи. И кто будет подключаться, тоже буду приветствовать. Хорошо. Поехали. Вернее, начинаем. Вспоминаем четыре момента, четыре места, которые нам, на что нужно нам обратить внимание. Первое – это вес тела, точки опоры. Представьте свое тело как неваляшка. Ванька, встань-ка. Вес у нас внизу. Давайте с выдохом стекаем весом тела вниз. Верх у нас легкий, голова легкая, как воздушный шарик, и стремится улететь вверх. Между этими векторами легкая голова, тяжелый низ, позвоночник. Можно отцентрировать. Центрирование – это когда мы перемещаемся относительно оси, вперед-назад, вправо-влево. Давайте можно круговые такие движения поделать. Смещаемся в одну сторону, в другую сторону. И останавливаемся посерединке центрирования. Центр головы, центр грудной клетки, центр таза в одну линию выстроили. Хорошо. Добавляем сюда улыбку. И дыхание, ладошку на живот. И дышим нижней полусферой, областью живота. Вспоминаем про дыхание Уджайи. Вдох со звуком О, шепотом. Выдох со звуком А. Но это должно быть достаточно шумно. Давайте сначала попробуем. Вот я сейчас продемонстрирую с открытым ртом. Вдох О. Выдох А. Теперь мантра СО. ХАМ. И теперь уже не открывая рот. На вдохе вырастаем по позвоночнику вверх. На выдохе стекаем в точке опоры. Средняя полусфера дыхательная. Ребрышки погладили нижние. И чуть придавили. Ищем возможность на вдохе приподнять реберные дуги. Чуть подталкиваем ребра и на вдохе, и на выдохе. Придавливаем их.
Теперь пальчики на ключицы положили. Прямо туда вот утопили, под, над ключицами вдох. Ключичное дыхание. Выдох. Остается у нас живот, ребра. Живот, ребра на вдохе, ключицы. Все вместе. Живот, ребра, ключицы. Сохам. Шумное дыхание. Уджая. Хорошо, отпускаем руки. И еще один комплекс сделаем. Капалабхати, хастрика, задержка после вдоха, задержка после выдоха. С втягиванием живота после вдоха, корневой, горловой. И толкаем, то есть на вдохе. Еще раз. Капалабхати, хастрика. Вдохнули. Задержали дыхание. Горловой, корневой. И удара банха толкнули живот вперед. Это будет на вдохе, после вдоха. На выдохе со звуком ха выдохнули, втянули. И теперь живот втягиваем. Не выталкиваем, а втягиваем. Корневой, горловой. Вот такая очень йоговская техника. Поехали. Традиционная. Как в Абхате. Пастрика. Вдохнули. Три замка. Щеки на тулю. Отпустили замки, да, вдох, выдох, тройной замок. Все, отпустили. Уджайи, вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох.
Хорошо. И приступаем дальше к теме тибетских жемчужин. В качестве демонстрации я опять же не претендую на какую-то там правильность, аутентичность, там следование точно, что там написано в тексте. Я свою интерпретацию даю. И сегодня будем только по 5 повторений делать в качестве демонстрации, а потом дополним технику, ну, практику нашу утреннюю и еще ежистыми такими закорюками. Хорошо. Первое. 5 кручений. Встаем. Руки в сторону. Смотрим в одну точку. Дышим произвольно. 1, 2, 3, 4, 5. После, между упражнениями, после каждого упражнения дышим дыхание Уджайи. Вдох. Живот, ребра, ключицы. Выдох. По 3 дыхания будем делать, можно с руками. Вдох. На носочках потянулись. Выдох. Ножки вместе. И еще раз. Вдох. Вытянулись. Выдох. Ложимся на спину. Вспоминаем. Ноги у нас прямые. Ладошки на полу. На вдохе поднимаем голову. Горловой замок. Замыкание горловое. И ноги. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. 3. Вдох. Выдох. 4. Вдох. Выдох. 5. Вдох. Выдох. Сгибаем ноги, беремся под колени, садимся и потом встаем, ноги вместе, Уджайи, вдох, прогиб, выдох. На самом деле достаточно сложная техника, нам нужно полное дыхание с Уджайи делать и прогнуться, вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Продолжаем на коленочках. Ладошки на бедра. На вдохе прогиб. Вдох. Выдох в исходное положение, голова вниз. Опять головой замок. Затылочный замок, вдох. Выдох. 3. Вдох. Выдох. 4. Вдох. Выдох. 5. Вдох. Выдох. Встаем. Ножки вместе.
Руки вперед и в сторону, вдох. Уджайи, выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Хорошо, выдох. Наблюдаем, как меняется состояние. Садимся с прямыми ножками. Носочки на себя. Ладони возле таза. Так, вот так. На вдохе поза стола, на выдохе. Или садимся, или висим. Давайте. Приподнялись. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Четыре. Вдох. Выдох. Пять. Вдох. Выдох. Так. Встаем. Пять раз только. Ноги вместе. Уджайи. Вдох на носочках. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Хорошо. И следующее. Встаем. Давайте собаку головой вниз. Выдохнули. И переходим собаку головой вверх. Вдох. Можно коленочки поставить. Пол совсем вот тихонечко потянуться. Выдох. Давайте после выдоха все-таки втягивать живот. Хочется не терять вот это. Ну, без втягивания как-то уже выдох непривычно. Выдохнули. Пустая удияна. Вдох. Три. Выдох. Втянули живот. Вдох. Выдох. Тянули живот. Вдох. Выдох. Тянули живот. Вдох. Видите, я совсем вот коленочки сначала ставлю. Очень лояльно к пояснице. Вдох. Движем поясницу. Выдох. Тянули живот. Можно вообще делать. Колени поставили. И если вот это, движение ну, сложновато, тогда можно на пяточки выйти. Вот такие движения. Так, ну это уже вариации пошли. Давайте поднимемся.
Вдох, прогиб, уджая. Выдох. Ну да. Выдох. Вдох. Ложимся. Ложимся и делаем, давайте, 6 втягиваний живота после выдоха. Вдох, выдох, тянули живот. Вдох, выдох, тянули живот. Закрытая шавасана, вот такая. Перекрещенные ноги и ладошки на животе. Вдох. Выдох. Тянули живот. 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 Все, отпустили. Расплюли ноги, руки. Хорошо. Ноги приизгибаем. Захватываем руками. И еще плотненько прижимаем. Прижимаем плотно бедра к животу. Покачиваемся вправо-влево. Покачайтесь вправо-влево. Хорошо, беремся за коленочки. И перекатываемся вперед-назад. Катаемся на спинке. Давайте по часовой стрелке нужно круг сделать. Раз. По часовой стрелке. Два. Три. Полный круг. Массируем спинку. Укрепляем позвоночник. В другую сторону, против часовой стрелки. Покатываемся. Хорошо. Встаем. Ноги вместе, руки в стороны и ладошками вверх. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Хорошо, встряхнули кисти, ноги ширина таза, встряхнули плечи, руки и встряхнули все тело.
Стряхиваем. Стряхиваем кисти. Ручки вверх, стороны. Плечи, лицо стряхиваем. Хорошо. Теперь скручиваем. Заглядываем за спину. Смотрим прямо перед собой. Хорошо. Останавливаемся. Ладошки перед тазом, возле таза или перед тазом. И начинаем или даосские восьмерки, или вариация танца Шивы, или шары, или две чашечки кофе. Начинаем вот так проносить. Вдох. Выдох. Рисую восьмерки. Вдох. Выдох. Три. Вдох. Выдох. Скругляем. Смотрите, как скругляем. И отсюда поднимаемся вверх. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Другую сторону. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Правая рука. Вдох. Вперед. Выдох. Левая рука назад. Вдох. Выдох. Правая вперед. Вдох. Выдох. Левая назад. Вдох. Выдох. Кто может, правая вперед, левая назад. Вдох. Или предыдущий вариант. Выдох. Вдох. Таз двигается по сложной траектории. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Левая вперед, правая. Пока отдыхает. Правый назад. Вдох. Выдох. Левая вперед. Выдох. Правая назад. Вдох. Выдох. Кто может, пробует. Правая вперед. Левая вперед, правая назад. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Хорошо, встряхнули все. Покрутили с плечами. Давайте. Правый локоть вверх, голова вниз. Левый вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Хорошо. Правая нога. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. В другую сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Левая. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Правая. В другую сторону. Пять, шесть. Хорошо. Правая нога, восьмерочку. Раз. Рисую. Два.
три, четыре. Заворачиваем бедро, разворачиваем. Пять, шесть. В другую сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Левая. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Другую сторону. Раз, другое направление. Два, три, четыре, пять, шесть. Угу. Хорошо. Встаем. Ножки вместе, руки через стороны вверх, вдох. Наклон, выдох. Поднимаемся вверх, вдох. Наклон, выдох. Вверх, вдох. Наклон, выдох. Втянули живот. Правая нога отшагнули. Широкий шаг. Вдох. Выдох. Вирабхадрасана. Вдох. Выдох. Локоть за колено. Ладошки вместе. Вдох. Выдох. Левая рука внизу, правая вверху. Вдох. И над головой. Правая пятка в пол, выдох. И еще давайте вдох. Хорошо. Выдох. Левое колено в сторону. Голова вниз. Вдох. Выдох. Хорошо. Голова вверх. Вдох. Колено вниз. Выдох. Согнули ножку. Захватили. Вдох. Выдох. Хорошо. Отпустили. Выпрямили переднюю ногу. Вдох. Выдох. Хорошо. Отшагнули. Отшагнули планку, вдох, выдох, на правой руке планка, вдох, левую ножку вверх, выдох, вдох, выдох, на левой руке, вдох, выдох. Вдох. Выдох. Отпустились. Чатуранга. Вдох. Чатуранга дандасана. Выдох. Колени. Грудная клетка, подбородок в пол, глаз вверх. Вдох. Выдох. Кобра. Вдох. Собака головой вниз. Выдох. Тянули живот. Правая нога вверх. Вдох. Выдох. Поставили ножку сзади. Вдох. Прогнулись. Выдох. Шагнули вперед. Вдох. Выдох. Вирабхадрасана. Наклон. Выдох. Руки через стороны вверх. Вдох. Выдох. Через стороны вверх. Вдох. Наклон. Выдох. Тянули живот. Левая нога назад. Вдох. Широкий шаг. Выдох. В широком шаге
Вера Бадрасанов, да? Увы, да? Левый локоть за колено. Вдох. Развернулись. Увы, да? Хорошо. Правая рука вниз, пятка вниз, задняя, левая над головой. Вдох. Увы, да? И еще вдох. Увы, да? Отшагнули назад. Вдох. Выдох. Правая рука вверх. Вдох. Нижняя планка. Выдох. Левая рука вверх. Вдох. Выдох. Вдох. Проворачиваем плечо. Выдох. Левая. Внизу. Вдох. Правое плечо провернули. Полный оборот. Выдох. Левая, смотрите, полный оборот. Выдох. Правая, полный оборот. Выдох. Колени, грудная клетка, удар, вдох, вдох. 8 точек на полу. Выдох. Так, внизу макушку вверх, вдох. Собака головой вниз. Выдох. Кинули живот. Левая нога вверх. Вдох. Выдох. Согнули. Опустили сзади. Прогнулись. Вдох. Правая нога прямая. Левая согнутая. Выдох. Ножку вверх. Вдох. Вперед шагнули. Выдох. Ручки вверх. Вдох. Выдох. Наклонились. Посмотрели сначала вперед. Вдох. Наклонились. Выдох. Тянули живот. Через стороны вверх. Отшагнули удобной ногой. Выдох. Пирамида. Вдох. Вытянулись вперед. Выдох. Руки в стороны. Руки в стороны, вдох. Левая вниз, правая вверх, выдох. Посмотрели на большой палец правой руки, вдох. Выдох посерединке. Опустили правую вниз, левую вверх, вдох. Выдох. Хорошо. Пальчики вперед. Зацепили таз назад, вдох. Выдох. Захватили пятки или поставили ладошки под тазом. Опустились на пол, вдох. Выдох. Хорошо. Развернули сначала коврика. Шагнули на ширину таза. И сели, вдох. Выдох. Хорошо, растолкали колени в стороны, вдох. И вытянулись вверх, выдох. Втянули живот. Садимся. Руки в сторону, вдох. Выдох. Дыхание уджая. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вверх через сторону. Вдох. Соединили ладошки.
И выдох. Вдох, выдох. Опускаем руки возле таза или на колени. Я опустил сегодня расширенную версию пяти тибетских жемчужин. В предыдущих трех занятиях есть вариации. Можно на записи позаниматься. А сегодня мы с вами закончили. Доброго утра, доброго дня. Спасибо. Давайте пожелаем счастья, избавления от страданий всем живым и чувствующим существам. Желаем. Представьте свой день, наполните его энергией вот этого утра, все свои события, действия. Хорошо. Я с вами прощаюсь до следующей недели. Пока.